Всем здоров, с вами Ice Frog. Я как обычно играю на спросить на Stunted. Следующий у нас Julius. Думаю, в этом выпуске я пройду все гонки, чтобы ездить с ней, против нее точнее. Ну начнем. Сколько мне осталось, еще две победы в гонках. Начнем с гонок. Что выбрать? Радар, ну попробуем радар. Дан Гвич Бухта. Машина у меня не самая сильная, но не самая слабая. Ну погнали. В скором времени будут выходить новые игры, потому что это Must Wanted, точнее, я пройду. Надеюсь, очень скоро я ее пройду. Пока вместе первый радар пройден. Нет, я второй. Если быстрее. Быстрее, что не тянет на Порш. Опять я второй. Ой, и 90 километров. Это можно сказать, это проигрыш. Это сразу я проигрыш заработал. Хотя если помедленнее. Ух, ну теперь нужно разогнаться до максимума. 155 есть. Неплохо. Ой-ой-ой. Вот. Я второй. Это все, я проиграл. Можно выходить сразу. В гараж. Играть для выбора. Толбу ты должен пойти. Так, куда я заехал? А, вот, приезжаем. Стрелять нельзя. Так, первый... Как бы сказать, долбит. Точнее, первый пост, можно так даже сказать. Ой, не скоро, потому что времени у меня вообще минута. Может, меньше, чем минута, но... Я думаю, я успеваю. Вот накаркал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не успеваю. Еще время плюс 13 секунд. Один пост. Прибавим его.
15 секунд теперь. Можно было срезать, ай-яй-яй. Тоже было. Есть, первая гоночка прошел, сейчас у вас одна. СМС-очка. Между прочим, рейдер нанял ребят, чтобы они тебя встретили в темном переулке. Что за ребята, когда, не в курсе. Я сказал, ты услышал. До встречи. Ага, опасно. Ну ничего. Давай гонки. На выход. Проводи этот радар, что ли? Классный старт, вот он. Пытается подрезать, но нет, я не сломаю. Так, я первый радар проехал. Я первый. И я люблю такие повороты змеи, как она меня бесит, вы бы знали. Да бляха, муха, сука. 117. Ничего, ничего. На 5 километров отстаю. Прямой должен его делать. Прямой я его делаю. Все, 65, да? Я спокойно лидирую. Так и знал, что время. 147, нормально. Ой, еще 3 радара. Встречка, фух. 160, а он мусора. Хотя будет кого-нибудь. Вроде бы не будет погонять. Радар. 100. Побывальненько. И вон последний радарочек. Я спокойно выиграю вон, главное на последнем ударе не дотупить, как я обычно это делаю. Все за речь 4, нормально. Не, спокойненько, первый, есть. Гоночки пройдены, теперь остались события. Точнее, мили. Я 3 пошел еще с одной и премии. Сколько премии нужно?
У меня почти где-то 1000 на миллион стоит. Ну? Кто тут уйдет от преследования хотя бы? Так. Ну считай, что за 6 минут это реально. 6 минут. Поездить с ними. Уметить 18 машин. Это тяжеловато, не так. Ой, их уже двое. Что ли, я всех прибил? Капец, мне так неинтересно. Ну, капец, вам интересно. О, что ты видишь? Сыпнутый, штука нормально. Разрешаю выставить отцепление. Высылаю дополнительные экипажи. Так, осталось время. Ну, погнали, что ж. Проходила шипов, у меня 18 машин и 6 минут погоды. Не знаю, не знаю. Ой. Серьезно, как ошибки было. Эту машину пометил. Пометил. Вторую. У них там кровь. Нет, их там было. Так, почти 2 минуты уже ездил. Ну, по прямой у них нет равных цены тягаться. Продолжаю погоню.
только 4 машины, а я хочу уже половину времени. Въехали в Рок-парк. Ну где? Видите блокады, что ли, ставьте. Все пами. Боже мой, вот что такое. Почти 3 уровень, это опасно, это уже реально опасно. Иди 4 минуты. Я один, остался без прикрытия, прошу помощи. Я за ним, присоединяюсь к вам. Я собираюсь идти на перехват, 10.75. Ой, еще одна машинка. Вот он. Уже двое, но я цеплял. Трое. Ой, третий. Третий. Нужно быть повнимательнее. Через 5000 только. Вот они, красавцы, вот они. Ай, я не сюда поехал. Мы уже будем ходить как можем. Через 6 минут. Прохожу блокаду. Еще одна. Есть, один там завершён. Думаю, нужно уходить. Ну, фух, как мне взять, все, нужно уходить. Чувствует моя задница, что меня споймают.
Мало все. Ну ладно, ладно. Поехали, поехали. Все машины или рискануть. Информация для участников погони. Код 6 двигался на юг, мимо Fair Mount Bowl. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы отцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. Есть. Понемногу, понемногу наберем. Потому что так будет жестко. 42 000. Плюс 100. Еще плюс 60, 102. Всего 102. Маловато, маловато. Еще надо. Только 1054 на 1180. Еще на 100 000. Ладно, гоняемся. Погнали. Сколько нам нужно? Угу. 100 тысяч. Что нужно? Ну, короче, в общем, 200 тысяч. Да ну что? Их там очень много. На команду он не реагирует. Придется применить 1039. Сука, как? Как? В простой ситуации. Пипец, запиздец, просто пиздец. Капец, вторая метка, все. Если нет, то Мазда. Так, все, есть. Порше поставим. Тидец Мазда. Пожалуйста, в этом выпуске все. В следующем выпуске я добью премию и буду уже гоняться с живым. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте. Ну, в общем, знаете, что делать. С вами был Айс Рокс, всем пока.